Здравствуйте, дорогие друзья! Большое спасибо за добрые слова. Меня, конечно, перехвалили. Каждый из нас, выполняя свое дело, вкладывается максимально для того, чтобы видеть, понимать результаты. Я думаю, что мы сами самые главные критики того, что мы делаем. У меня действительно есть программа «Жить вкусно», и последние две из них о национальной чувашской кухне, которую я снимала в Чебоксарах, в Чувашии. В марте этого года выйдут две мои новые книги, их издает издательство «АСТ Эксмо», и там два прекрасных блока чувашской кухни национальной, и это тоже мой определенный вклад в развитие культурного слоя Чувашской Республики. Я неоднократно читала там лекции для молодежи и студентов на заданную тему. Шестой год подряд я приезжаю туда как продюсер документального кино. И в этом году, вот в прошлом, 19-м, мы сняли документальный очерк, я считаю, очень неплохой, в особенности для образования и понимания своей истории для молодежи и студентов. Это получилось, картина получилась непосредственно для Чувашии, потому что именно там помнят, чтут и как бы это, и с большим уважением относятся к